Здравствуйте, мои хорошие. До Пасхи остается всего 2 дня. Я, как и все, украшаю свою квартиру разными поделками, посвященными этому празднику. Ну, вот здесь вот в лимоннице вот такая вот миниатюра. Здесь 2 маленьких зайчика. Вот здесь вот Богородица. Вот такие вот веточки зайчикам. Вот так вот. Потом, что у нас? А вот тут вот веточка упала немножко. Здесь у нас вот такая вот миниатюрка. Опять же, цыпленочек. Это сделано из половины шара. Это новогодние шары. Ну вот, вот такие вот. Это половинка шара. Оно стоит на подсвечнике. Приклеено к подсвечнику. Вот где-то вот так вот. Сейчас отойду немножечко. Ну, где-то так это у меня будет. Что-то еще есть. Но согласитесь, что эта атрибутика, это никак не сам праздник. Сам праздник – это возрождение души какой-то такой, чтобы Бог был всегда внутри, чтобы люди с миром жили на этом всем белом свете. Я очень люблю этот праздник. Для меня это очень ценно и дорого. Всех вас поздравляю с этим праздником. Хочу, чтобы у вас в жизни было все замечательно. Вот. Так вот. Ну вот, а пока, наверное, до скорых встреч. Будем встречать этот замечательный праздник. Пойдем в церковь. И встретимся уже после праздника. И с вами была Надежда. Пока!